Всем привет, вы на канале Apollo Games, мы продолжаем играть Generation Zero. Так, подходим к базе ВМФ этой, тут у нас два квеста получается, ну, база здесь. Это сейчас только вход, так, тут у нас нифига себе, нормально. Патрон, так, подожди, давай тогда перезарядимся. Меня тут уже встретили роботы, пришлось отбиваться, не успел начать серию. Так, это все забираем. И вот здесь вот, такой вот листок. Новое задание. Агрессия на дороге. Найдите пропавшую транспортную автоколонну. Какую-то еще автоколонну нужно найти. Если автоколонна еще там, среди грузов может оказаться оружие и снаряжение. Угу. Понятно. Так, на Норос Эльтамен. А где это? Найдите базу, это понятно. Ну, то есть по этой дороге, да, где-то груз должен быть. Так, все. А, тут еще вот что. Давай посмотрим. Он нормальный? Да, но зачем нам еще один? Типа, вдруг лучше был бы по качеству, но нет. Так, тут патроны забираем, ну и все. Можно двигаться дальше. Вот в эти домики я уже даже больше не захожу. Сколько раз я это делал, там вообще лута нет. Так, у нас опять ночь. Я не понимаю, как тут вообще в игре работает вот это вот день-ночь. Вроде как рассвет сейчас должен начаться, потому что луна была сначала. Так, что здесь? Только ящичек, да? Так, так. И все, больше ничего нет. Эти ящики не открываются, нет? На меня опять там кто-то сагрился. Это что за звук был? Так, обезопасьте базу от врагов. 5 штук. Угу. Так, он где-то здесь уже. Где-то здесь уже, и я его даже не заметил, блин, в темноте. Плохо видно. Ладно, давай ящики лутать. Патроны. Тут ничего. Открыть. И тут тоже, да, ничего? Ну, как-то пусто. Ладно, давай. Тихо. Подожди. Угу. Нет. Блин, как будто точность меньше стала. Пистолет разглушитель. Не знаю, такое ощущение прям. Так я в него не попаду. Все. А это что такое? Смысле? Еще эти мелкие. Давай быстрее перезаряжайся. Да. Хватит это делать. Тихо. Надо подхилиться. Немножко не ожидал. И перезарядиться везде. Так. Кто это стреляет? Я вообще его не вижу. Он где-то там. Пошли посмотрим, кто это такой. А, вот здоровый. Ё-моё. Тихо, тихо. Офигеть. Он просто в меня воткнул какой-то меч и еще раз меня бахнул. Тихо, аптечки, аптечки. О, еще и стреляет. Нифига себе, у него там боезапас. В доме от него спрячемся? Я что, все 9 аптечек съел? Так, тихо. Давай попробуем отвлечь как-нибудь вот так вот. Ну, можно еще кинуть вот такую вот фигню. Да, он стреляет вроде туда. И... Не знаю, где у него слабое место. Будем стрелять наугад. Ё-моё! Ё-моё! Тихо, тихо! Ножом своим меня бьет. Так, ну тут я спрячусь. Все. Угу. Напалм свой пускает. Так, тут с патронами плохо, тут надо перезарядиться, наверное. Тихо. Он меня через... Ясно, через стену просто. Ну, класс. И он этих мелких еще, да, выпускает? Какой-то он странный. Я был к этому немножко не готов. Да отстаньте вы! Ё-моё, где он? Через окно попал. Вот это интересно, вот прям. Ну все, да?
Он прям сюда зашел через текстуру. Давай, оживляемся, что делать. И отбегаем просто. Просто бежим и мансуем. Угу. Попадает. Снайперка. Я даже ничего не вижу. Вот, блин, был бы день, было бы немножко попроще. О, еще этот. Мелкого бы еще отцепить. Да. Где он там? Угу. Так, один враг есть. Но это только мелкий. У меня все аптечки кончились. Давай, отвлекуху кинем. Что нас сейчас так загасит. Просто здесь. Патроны даже на пистолете уже кончаются. Да вы шутите. Надо их лутать. Так. Ну, нормально. Ай, хилки, хилки. Все, больше никаких аптек, а нет, вот еще и здоровые. Давай их жрать, что делать. Ой, привет. Тихо, тихо. Он еще и быстрый. Угу. Тихо. Где ты там? Не, пистолетом вообще что-то бесполезно его долбить. Теперь его не видно. Да попади ты в него. Давай убегать. Так, он идет за мной? Ладно, в принципе, хорошо то, что мы раньше такого не встречали. Нам бы тупо боезапаса не хватило, потому что мне даже сейчас не хватает. Угу. Найс. Надо на дробовик переключаться. Но. Тихо. Быстренько дробовик сюда. Снайперский прицел этот снять надо вообще. Он, блин, бесполезный. Снять насадку, прицел. Кто придумал на дробовик снайперский прицел? Так, патроны. Но нам придется искать его все равно. О, сколько вас здесь. Он что, там остался? Его не видно. Надо будет хорошо этот городок полутать. А самое главное, аптечки восполнить. Тихо! А, не уклонился. Неужели ты взорвался? Только у меня 14 хп, а здесь вроде жизни автоматически не восстанавливаются. А, и да, кстати. Подожди, давай двери немножко прикроем. Хотя бы эту закроем. Нормально. Навыки. Навыки у нас здесь. Так, поддержка, меткость броска, расстояние броска, выносливость. Так и не понял, к чему это выносливость. Восстановление выносливости у меня на одну руку прокачано. О, здоровье. Увеличивает максимальное здоровье вашего персонажа. Увеличение здоровья на 10%, 20-30%. Угу. Заметность, шум. Вообще, я еще не решил. Мы типа бой, да, прокачиваем? Меткий стрелок, авангард. Ну-ка, вот здесь что? Когда специализация меткий стрелок активна, оружие не колеблется при стрельбе, вне зависимости от вида оружия. А тут, когда специализация авангард активна, ваше сопротивление урону повышается на 25%. Нет, давай это... жизни купим. На 10% неплохо, в принципе. О, жизни восстановились. Найс. Так, больше у нас нет навыков. Так что давай, пошли дальше. О,
У нас уже рассвело. Давай этого-то облутаем. Где он тут взорвался? Вот. Иди сюда, что у тебя есть? Ничего нету? Капец. Я думал, у него сейчас будет много всего. Ну, так как у него такой боезапас. О, можно обыскать. Но это 7.62. Ну, в принципе, тоже нормально. У нас есть автомат на 7.62. А где второй? Иди сюда. Пропал. Куда-то пропал. Ну, ладно. Так. Черт. Выпрыгнул. И тут патроны забираем. Так. Че, сразу пойдем, наверное, на здание. Это я уже облутаю, наверное, потом. Ну, основную часть мы посмотрим, конечно, вот как этот ангар. Так, о, человек лежит. Я его как-то даже не заметил. Нормально. 9 миллиметров дофига у него. Тут пусто. Мы еще там не всех, да, уничтожили? Врагов. Так. И что это за прицел? Это для винтовок. Это для дробовика. 1.4. И 1.4, да? Да не знаю, вот не вижу смысла, я сброшу их нафиг. Так, ящичек. Аптечка. Отлично. Так, наверх. Еще не поднимались. Как-то ты странно по лестнице поднимаешься. Так, тут ничего. А вот оружие, да? Угу. Прицел для винтовок. 4Х, 8Х. Это мне неинтересно. Вот ящик. И все? Ну да. Вроде как все. Тут кто-то в шахматы рубился. Лодки стоят. Ну, танк. Но на нем ничего нет. Ну, это логично, что на нем ничего нет. Так, тут рюкзачки. А, инвентарь заполнен. Ну, давай тогда только аптечку заберем. Патроны. Человек снова. Походу, тут не осталось сопротивления. А, подожди, адреналин надо забрать. Сопротивление полегло. Ну, нас, скорее всего, опять отправят. Ну, типа, идите дальше. Там. Ищите. Где он? Найдите радиостанцию и попытайтесь связаться с внешним миром. Ага, получено достижение оператор. Сюда зайти нельзя, тут заколочено. А куда? Мне куда-то сюда показывает. А, ну вот, использовать. Найдите причину блокировки радиосвязи. Нет, это мне не нужно. Покажет мне, куда идти? Или мне самому причину искать? А, ну вот мне вроде показывает, да? Давай. А, тут щиток типа и... Мелочи-то присосалось. Попробуйте снова установить контакт. Только он тут все подпалил. Какой контакт? Ворота открываются, да. Давай, попробуем. Подожди, этот труп мы смотрели? Нет. Вот это вот забираем. И снова давай. Обрывок радиосообщения, которое едва ли можно разобрать, как вам кажется, говорят по-русски. Ну, вроде да. Вроде по-русски. Да все, давай уже заканчиваем. Что дальше-то делать? Еще попытаться, типа... А, карта. Карта радиовышек архипелага. Судя по карте, ближайшая радиовышка находится в западной части Норос-Эль-Тальмен. Отметки на карте говорят, что на разведку причин нарушения связи был направлен спецотряд. Угу. Ну, покажи мне карту тогда. Агрессия на дороге. А, кстати, да, мы ничего не встретили-то. Другой замок. А где что?
А, вот. Нифига себе конец связи. Туда бежать и бежать. Ну-ка, журнал. Радиовышка на базе ВМФ использовалась для подавления радиосигнала, когда одна из машин подключилась к ней. После уничтожения машины радиосвязь восстановилась лишь на некоторое время, в течение которого была слышна русская речь. Так, если найти ее местоположение, удалить глушилку, работа радиопередатчиков будет восстановлена. Ну, короче, понятно. Нам топать через полкарты тут. Ну, полкарты этой маленькой. Чтобы глушилку выключить. Скорее всего, потом еще и обратно идти, да? Капец. Да, кстати, вот это вот ограничение. Я думаю, мы пока здесь все задания не сделаем. Мы, типа, в этот большой мир не сможем уйти. Как-то, наверное, так. Не, ну ладно, подожди, сюда можно будет быстро вернуться? Нет, вроде нет. Странно. Тогда пошли на то задание второе. Посмотрим. Так, аптечки нужно поставить сразу сюда. Похилиться на сутку. Угу, сойдет. Ага, тут еще один бункер. Войдите в бункер. Я надеюсь, он не такой же протяженностью, как тот. А, тут кто-то есть. Давай фонарь включим. Тут немножко темновато. Мебель и все. А вот рюкзак. Давай, одежду заберем. А вот еще рюкзак. Забираем. Там кто-то кряхтит. Вот это все забираем. Что это такое? Звезда какая-то. Ну, это типа на лицо. Там всякие макияжи и так далее и тому подобное. О, каску нашли какую-то новую. Ну, каска. Подожди, а каска вообще роль играет в защите какой-нибудь? Ну-ка, давай посмотрим. Профиль, голова. Так, нет. А, ну эту же мы каску и нашли. Просто я смотрел обувь, типа, и тут вот повышение устойчивости, снижение шума, сопротивление урону от пуль, от взрыва. А вот эти вот не дают плюсы. Ну-ка, может быть, что-нибудь другое голове дает? Нет. Сопротивление газу в противогазе, ну это понятно. Раскраска боевая, там, одноглазый, все дела. Куртки. О, сопротивление ударам, незаметность. Понятно. Ладно. Еще труп. Все, давай заходить уже. В бункер. Открыть. И кто там? Ты на меня не прыгнешь. Фу, в какую сторону пойдем? Ну давай, сюда. Тут ящики какие-то. Еще одна дверь. Ага, дверь наружу. А эта дверь куда? Внутрь. Можно еще вниз спуститься. Давай сюда зайдем. Нифига. Просто нифига. Ладно, давай тогда обратно сбегаем в ту сторону. Там кто-то ревет. Или это на поверхности? Вот непонятно, блин, они сделали агр-роботов какой-то очень странный. Ну, то есть недоработки. Так, вот нам вниз надо, получается. Они через стены, через все, через землю могут агриться. Это немножко сбивает с толку, когда ты ползаешь по этим бункерам. Например, где он? Где-то здесь? Или он за дверью, или он наверху, или где? Вообще непонятно. Но этот звук был прям близко. Так. Звуки какие-то стремноватые. Ага, ну понятно. Так, давай. Ай, надо будет инвентарь как-нибудь почистить. Не знаю только как. А, ну у меня уже даже на патроны не хватает. Что мы будем делать? Ну давай вот это вот скинем, наверное. Хотя фиг его знает. Отмычки. А, кстати, там контейнеры
прошлой серии были закрыты, мне сказали, что мне нужны были навыки какие-то и отмычки, чтобы их открыть. Но мы не догадались, когда там были. Вот это вот я выброшу, наверное, да? Так. Это что? А, нифига. Пошли. Как-то задолбало лазить по этим бункерам. Вот, свет включается. Так, ничего не пропустили. А, вот еще ящик. Так, так, и это что? А, магазин расширенный. Он у меня есть. Я в прошлом бункере нашел. Вроде, когда уже закончил серию. Потом еще, когда бегал, лутал. А, ну да, и там еще задание какое-то опять поднял. Ну, опять сбегай туда и, типа, посмотри, что там. Я даже не помню, какое. Ну, если что, если наткнемся. Хотя, может быть, это оно и есть сейчас. Фиг знает. Так, а что дальше-то по заданию? Невыносимая легкость. В записанном радиосообщении упоминается перестрелка. Это вообще о чем? Агрессия, можно только надеяться. Подожди, карта. Бункер. Другой замок. Найдите какую-либо информацию о нападении. Понятно. Опять кто-то вокруг бегает. Так, нам туда. Забираем. А, вот. Вот сюда. Это сержант Йохан Андерсон, старший офицер связи командного центра Мюнхен. Я видел приказы об эвакуации на базу МФ. В протоколах ничего про это не говорится. Вы получили устный приказ от командования? Согласно протоколам, эвакуация производится сразу на материк. Ага. Понятно. Это было несколько дней назад. Сказали, что это должно произойти. А теперь это атака, эти приказы об эвакуации. Я должен знать, что происходит. Ну, ясно. Я уверен, что вообще вот на этих вот островах мы нифига никого не найдем. Мы должны кого-то найти вообще, потому что тут, говорю, в звуке, в настройках звука есть такой параметр, типа громкость диалогов. То есть с кем-то мы диалог будем вести. Хотя, вот я сейчас... подумала, может быть и нет. То есть, может быть, вот эти вот записанные сообщения, это может быть это и есть? Типа, диалоги. Получено достижение, ты болезнь, а я лекарство. Кто по мне стреляет? Ну да, ясно. Отчет доктора Шульда о происшествии. Врач и хирург. Фигня какая-то. Тут толкан просто. Так, все, мы выполнили, что ли, задание здесь? Нет еще. Найдите какую-либо информацию. То есть еще нам нужна какая-то информация. Но этот бункер, мне кажется, еще здоровее. Это кухня. Тут навряд ли будет какая-то информация, да? Зато здесь есть оружие. Это вроде такой же, да? Стандартная винтовка. Ну да, это то же самое. Тогда пошли дальше. Еще дверь. А, ну тут еще один проход какой-то, еще разветвление. Вверх, направо, ё-моё. Так, это забираем. Тут ничего. Ладно, давай тогда. О, чувак типа спит, но как спал, так и умер, да? Так, как тебя обыскать? Отмычки. Еще сундук. Это что? Компенсатор для пистолета. Но это опять для револьвера, да? Ой, я уже ничего забрать не могу. Так что, тихо. Не туда. Так что пошли дальше. Смотреть, куда нам нужно. Оу.
А здесь нужно, наверное... Там кто-то есть? Давай противогаз. Испробуем голова. Нет, лицо, да? Очки. Давай вот такой вот. Ну-ка, будем урон получать. Да, причем не хилый даже в противогазе. А что мне делать? А без противогаза? Все равно. То же самое вот прям. Ну, то есть, такое ощущение, что противогаз вообще никак не влияет. Так. Давай немножко здесь полутаем. В противогазе вообще нифига не видно. Стулья подвигать могу. Аптечка. Не знаю, только один вариант под аптечками туда заходить, но у меня нет столько аптечек. То есть постоянно хилится. Не, ну можно глянуть, что там вообще. Давай противогаз все равно наденем и пошли. Так, кто здесь? Оу! Инвентарь заполнен, тихо. Давай уходим. Хилимся. Дай, возьми ты. Дробовик. Так. Как тут... Что тут выкинуть вообще можно? Нифига себе, там гранатомет какой-то. Давай компенсатор выбрасываем. А что еще? Вот эти вот два патрона, наверное, выбросим. Хотя вот... Почему их соединить нельзя? Они одинаковые. Аптечку сюда. Получается, на всякий случай, три, я думаю, хватит ячейки. Да? Давай, пошли. А это что? Нет. Это показалось мне. Давай, бери. Инвентарь заполнен. Больше ячеек нужно. 4 или 5, наверное. Так, что скинуть? Давай вот эти вот патроны скинем. Вот эти, где мало. 9 миллиметров. Не знаю, попробовать поперезаряжаться, чтобы освободить как-то место. Хотя навряд ли это поможет. Давай вот эту вот возьмем в руки. Тут перезарядимся. 9 миллиметров. Вот эти вот вставим сюда. Почему ты не хочешь? Ему типа эти не подходят. Это на что-то другое. FM1 написано, а там было СМГ написано. Ясно. Ну все. Места, думаю, достаточно. Так. Ну. Вот, взять. Давай, давай, выбегаем. А какие для него боеприпасы, интересно, нужны? А, вот сразу с боеприпасами. Осколочный снаряд, базовый фугасный снаряд. А, ну это примерно тоже, чем меня этот большой робот пулялся, да? Урон большой, сложен в обращении, наносит самый большой урон и позволяет стрелять на большое расстояние. Давай, глянем на него. Ё-моё. Давай зарядим. Ну, здесь мы стрелять не будем с него. Так, это обратно можно поставить. Фух. Блин, я еще не успел туда подойти, у меня уже жизни отнимаются. Надо еще глянуть, что там вообще есть. А, тут задание, да? Ну да. Эй, где задание-то? Ай, вот, взять квитанция о получении. Что? Неважно, короче. Забираем. Но у нас, если что, адреналин еще есть. Так что мы здесь не останемся. Это тоже заберем, посмотрим вообще хотя бы, что это. И все, давай выходить, наверное. Нет, вот этого еще. Обыщем и выходим. Угу. Не стреляй. Так. Ставим обратно очки. Баллон с отравляющим газом.
То есть то, что там, со сжатым отравляющим газом, при уничтожении формируется смертоносное газовое облако. А как оно вообще может повлиять на... Куда оно пропало? Странно. Как оно может повлиять на роботов? Типа, они не дышат. Это странно. Давай, сейчас выйдем на поверхность и опробуем наше новое оружие, наверное. Оружие поверхности. Так, ставим его на слот. Давайте, идите сюда. Ой. Это как раз таки этот большой робот. Но он не умер. Со второго выстрела вроде взорвался, да? Ну да. Нормально, короче, их вот только так и гасить. На мелочь лучше не тратить. Эти снаряды. О, и мелочь тут подохла. А вот на них оставлять как раз. Нормально. Так, что у нас там дальше вообще? Бункер, агрессия на дороге. А, ну, следующая наша дорога будет проходить через Норасальтальмен в сюда, короче, куда-то, чтобы радиовышки отключить. Сюда потом я не смогу быстро переместиться, нет? Видимо, нет. Не, ну, для вас-то это будет секундное дело, а вот для меня тут бежать еще минут 10, наверное, не знаю. Так, добыча 9 из 62 всего лишь, ё-моё. Короче, нужно аптечек подобрать, поднабрать. И потом двигаться. Ну, на этом я уже буду заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.